Всем привет, это я. Вот сижу, реанимирую своих цыпляточек. Значит, сейчас им 8-й день. 8 дней им сегодня. Вот, значит, мы сделали вот такой брудер. Ну, просто вот ящик с фанеры сбили. Вот. Вот такой ящик из фанеры сбили. И сверху у меня была просто накрыта крышка фанеры. Значит, дня два назад я стала замечать, что цыплята не кушают. Большинство. Вчера уже смотрю, лежат, ножки вытянули. В общем, и не знаю, что делать. Вот. И я, значит, срочно в этот в интернет стала искать, почему, что забу вообще не было. Я, значит, что сделала? Я, значит, там вот, и прочитала, и услышала, что может быть нехватка витамина D, но это светового дневного солнышка. Вот, я, значит, заменила вот эту верхнюю крышку на стекла. Вот, я, значит, поставила в первую очередь стекла, чтобы им попадал дневной свет. Вот, второе, что я сделала, я, значит, в рацион им, ну, я вот яйцо давала с манкой. Потом, значит, вот отруби у меня тут, я, значит, убрала кормушки. Вот у меня на полу тут стоят кормушки разных типов. Я их убрала. Я вот за ними наблюдала и смотрю, они вот как курочки вот гребут лапками своими и там вот, в общем, шевелятся, достают там вот, гребут, кушают. И я решила убрать эти кормушки. Убираю я у них, ну, каждый день убирала. Вот сейчас посмотрю это. Я, значит, вот это все собираю, что от них осталось, и отношу туда в курятник и высыпаю этим. У меня внизу полотенчик поселен. Я просто его собираю в кучку. Потом у меня вот кисточка здесь такая. Я кисточкой лишнее потом с фанеры подметаю и убираю. Снова застилаю постиранный чистый полотенчик. И, значит, я вот этот корм, что от них остается, я просто курочкам своим высыпаю, и они все съедают. Я вчера вот пошла, высыпала, собирала в коробку, и вчера пошла, высыпала. Это самое. Они вчера хорошо кушали. Я вот сегодня в курятник туда не заходила. Еще у нас дождь идет, прям не хочется выходить. У меня там дырочка в курятнике. Они сами у меня курочки бегают, выбегают. Я вот только кормом насыпала. Еще что я сделала? Я, значит, воду кипяченую. Ну, у меня осталась так эта кипяченая вода. Вот она желтенькая стоит. Но я, значит, добавила туда витамины. Мы себе покупали витамин. Сейчас я покажу. Вот, значит, мы вот такой витамин себе покупали в аптеке. Вот витамин Цитраджек. Там, значит, аскорбиновая кислота есть. Вот у них были зубики пустые. И я, значит, что-то подумала, и я вот в воду в кипяченую добавила одну таблетку. Вон, видите, вон лежит, вон он, вон. Вот вчера было то же самое. Вот видите, как лежит, ножки вытягивает. Вон, видите, что? Вот. Вчера было то же самое, и вот сегодня, видите, что? Вон, он лежит там, вот. Ножки вытягивает. Вы знаете, я достала вот этого тепленка, который у меня вот ножки вытянул. Вот вы знаете, у него совсем вот нет зуба. Вот совершенно. Вот даже вот, ну не знаю, чуть-чуть там может что-то прощупывается. Но вообще вот ничего нету. Значит, он плохо кушает. И, наверное, не знаю, наверное, он это... Вот поэтому он не кушает, у него совсем, вот видите, совсем нет зуба, совершенно. Не знаю, что будет. Вчера у меня один цыпленок сдох, вот я сегодня что сделала? Я сегодня уже поставила им сырую водичку.
Корм я им сыплю вот так на пол, потому что они так его лучше едят. Убираю я это каждый день вечером, отдаю курочкам, они хорошо склевывают. И я что-то отказалась от кормушек, потому что кормушки, они то ли лапки себе ранят, то ли что. Ну, в общем, они вот так вроде как это ковыряются, как курочки на улице. Я посмотрела, они вот лапками так вот шурудят. И сегодня я поставила им песочек. Что-то подумала, что... Ну, я ракушки не стала покупать, у нас продают. Я просто в тот раз ходила в магазин и не взяла. Надо было купить. Я потом пойду в магазин, когда куплю еще им ракушки. Вот. И, ну, и сейчас я поставила наш вот песок, такой обыкновенный, речной. И вон они так хорошенько его клюют. Вот, и, в общем, не знаю, посмотрим. Цыплятки вот сейчас пока, они как-то вот какое-то время живые, а потом опять вот вытягивают лапки. Вот лежит, видите, вот он лежит больной. Цыпочки больные. Вот. Я поставила стекла, чтобы им попадал дневной свет. Говорили, что вроде как вот, если они не видят дневной свет, у них нет витамина D. И развивается как вроде рахит, что ли. И, в общем, я поставила стекла, чтобы немножко свет. Сейчас солнышка нету, но свет дневной все равно есть. И вот они у меня так, вот они песочек у меня так клюют. Он у меня в блюдечке песочек. Там. Вот, и они мне его вот так хорошо клюют. Может быть, лучше кушать начнут. Лампочка у меня на 60 ватт, поэтому я так низко ее опустила. Цыпляточки мерзли, я брала их на руки. Я 95 ватт ставила лампу, им жарко. Вот, а пришлось поменять лампочку. Это у меня сейчас на 60 ватт лампочка. Ну, вот они вот так вот сидят. Вот смотрите, я немножко вот принесла песочка им. Вот они почти все склевали. Потому что я почему принесла песок? Потому что я вот туда, в уголочек, насыпала отруби. Они стали в них купаться. Не клевать, а купаться. И я что-то подумала, может быть, им песочек принести? А вы знаете, еще песок с улицы, так вот холодноватый, но я вот все равно вот поставила, не знаю. А что, думаю, все равно больные, что-нибудь да будет, может выздоровеет, наоборот. Вот. Вот так вот, вчера у меня один сдох, не знаю, говорила, нет, по-моему, сказала. Вот они у меня, вот весь песочек они склевали. Смотрите, как хорошо клюют. Вот. Вот, видите, лежит. Вот. Вот лежит. Вот. И вот они у меня неделю прожили. И после недели... Вот то ли они не кушают. Вот который сдох цыпленок, у него вообще вот пустой зуб. Может быть, он вот они... Это то, что голодные, ничего не кушают. Не приученные его так клевать. Но я не знаю, я и пальцем тыкала, и звала, и что только не делала. Как их приучать кушать, я даже не знаю. Вот. Ну вот, смотрите, песочек весь клевали. Вот они, вот я поставила им там песочек. Может быть, лучше пищеварение у них будет с песком происходить. Потому что что-то они захерели. Вот еще один лежит. И прям не знаю, что делать. Я уже сырую утром лежала, думала, это пока еще не встала с постели. Думаю, вот кипяченая вода, она все-таки, я считаю, мертвая вода. Потому что вот когда пьешь сырую воду и кипяченая, совершенно разница большая. И вот всегда хочется попить сырой воды. Я считаю, что сырая вода – это живая вода. Но она у меня отстойная. Вот я налила с крана, она у меня в баллоне стоит. И вот этой водичкой я решила их попоить. Вот. Ну, посмотрим. Все равно больные. Думаю, что все равно. Вот я и лучок им порезала вон там. И, значит, это у меня вот это яйца с манкой. И, значит, у меня тут и пшенка, я не варю пшенку, боюсь, что понос будет. Это все сухое даю. Вот.
И вот у меня вот это еще здесь. И да, вот это вот. Вот эти тоже кормлю. Магазин продают. Не знаю, что. Как это называют? Просы. Это не просы. Ну, вот так вот. Не знаю, что дальше будет. Вот такие вот они что-то у меня стали больны. Они неделю прожили. И после недели они у меня вот стали болеть. Ну, посмотрим. Я уже что только им не давала. Что только не пробовала, что только не давала. Сейчас глубокий вечер. Время 9 часов у нас. Вот мои цыпочки отдыхают все. Песочек съели весь. Вот они чистят перышки. Вот. Так вроде ножки никто не вытянул еще. Вроде вот бегают. Сейчас, наверное, спать будут. Вот они, он ковыряет. Вот. Вот так вот. У меня там 33-4 градуса у них. Я вчера мерила, брала градусник и померила, сколько у них там градусов. Вот у них 33-4 градуса. Вот. Ну, не знаю, они вот то бегают, то вытягивали лапки. Сейчас все бегают. Я что заметила, я когда дала им песочек, они вот прям буквально вот две ванночки маленьких, они склевали. Помет, у них помет такой стал, такой вот темный и густой такой. Я что-то подумала, надо им все-таки, наверное, к корму добавлять песочек. И вот я им песочек положила, ну не знаю, посмотрим. Вот они встают опять, клюют. Вот, вон ковыряют, вон лапками гребут. Вот. Лапками гребут, вот улежали, вон бегают. Забегали опять. Вчера только лежали, вот вытянутые лапки были. Сегодня вроде вот опять все бегают. Вот, и гребут, и клюют. Вот. Ну, ладно, всем пока-пока. Будут улучшения или наоборот ухудшения, я не знаю. Ну, будем наблюдать. Смотреть, что же с ними дальше будет. Ну, всем пока-пока.